Лицо у него странное. Ладно, там где-то должен быть дневник и что-то почитать. Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Рвота любви. Вот что это. Вот я это все было, да? Я пописала в озеро. Стало очень тепло. Однажды я видела здесь монстра. Я показала ему палец, он больше никогда не возвращался. Какой ты ему палец показал? С волшебным единорогом невозможно ошибиться. Я знаю. Чё такой страшный? Чё он такой страшный? Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала «пиф-паф» своим папе и маме. Потом ее родители умерли, ей было так грустно. Эрика. Я помню такой, были такие Эрики. Они Эрики какие-то все, знаешь, по-моему, что-то с ними не происходит. Вот это постоянно. То там какие-то дома сумасшедшие, то еще чего. Блин, секунду, а если... Как она щемит. Привет, киса. Сюда, иди. Иди, киса. Кис-кис-кис. Какая злая. Меховая ублюдина. Стой! Ладно, все хорошо. Главное, я перемешал. Смотри, птичка спит. Давай же, неудач. Пойдем. Вот так вот. Вот, пускай птичка спит. Пускай птичка спит, а я пойду. Это... Подозрительно. Откуда взялся ящик? Да тебе только в бейсбол играть, мать! Ты куда так лупишь-то? Да фу, это перешагни же, ну! Ой, нет, я наступил на собачье! Давай посмотрим, что вышло. Я вижу много блесток и... Это рисовый пудинг. Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдем дальше. Ладно, хорошо. Какой рисовый пудинг? А, в смысле, я понял. Это, ну, конечно, да. А я и не сомневался. Я и не удивлен совершенно, а что вы хотели? Это всего лишь птицы. Ой, что происходит? Кажется, у тебя большие неприятности, неудача. Ай, не говори. Куда эти птицы меня несут? Понятия не имею. Ты должна что-то предпринять, быстро. Хорошо. Вырваться... Как вырваться из лап птиц? Ударить их по шарам? По каким шарам? У птиц нет шаров, алло, или есть? Нет. Откуда? Давайте в блестки. Хорошо. Мои блестки сверкают. Значит, если я брошу блестки в птицу, они будут видеть только блеск. Это собьет их с толку, и они оставят меня в покое. Звучит как отличный план, неудача. Ладно, вперед. Атака блестками! А, все, вот и первая смерть. Окей, здесь она. А, нет. Не-не-не, нормально все, нормально. Это называется парашют. У мисс Фортюн парашют. Кажется, это надолго. Мы не поднимались так высоко. Кажется, время замедляется, когда мы в опасности. Я в опасности? Эй, смотри, птичка. Привет, птичка. Это была грубая. Грубая птичка. А, так здесь мост. Я думал, там просто чисто, ну, пристань какая-то причал. Почему я сломал ноги и не умерла? Похоже, ты умеешь хорошо падать. Спасибо. Нормально. Гроза, а там... О, рыба! Что нам с ней делать? Давайте заберем ее с собой. Пригодится! Рыба как бы в хозяйстве всегда пригодится. Я заберу ее. Рыба в хозяйстве всегда пригодится, тем более она очень умная. Ее зовут Родриго. И ему нужно новое жилье.
он счастлив. Посмотрите на Родриго. Это выражение счастья. Родриго, я несказанно рад, что он пошел с нами. Он все, ну, какой я счастливый, Родриго. Ну, прям понятно. Если бы могла говорить, она бы сказала, что она счастлива. 100% говорю. Интересно, слышал ли Родриго о суши? Это как Родриго, только мелкими кусочками. Это не смешно. Особенно для Родриго. Для меня нормально, для Родриго нет. Я хотел сказать, что на нем пара отличных праздничных разноцветных штанов. Счастье пиньяте Джорджу! И ветрыш, и ветрыш! Это что за вонючие палочки? Вот здесь релакс, спа-салон открывает? Что это? Спа-салон в лесу? Я на тебя нассу, ты расслабишься, я нассу, или что? Как это работает? Здесь полицейские ленты. Эта пещера просто огромная. Эхо. Что ж, давай исследуем пещеру. Давай, давай, давай. А, это эхо. Я шучу, это боль не эхо, это я. Ты прирожденный комик, неудачу, да. Конечно. Спасибо. Ай, блядь! Что это было? Что? Я что-то пропустил? Я не уверена. А, я тоже не особо уверен, но, по-моему, это был мини-медведь на мини-машине. А что это, хомячья вечеринка? Волшебная хомячья вечеринка. Я знаю, что ты любишь вечеринки. Правда? Мы можем войти? Ну, я не знаю. Пойдем, узнаем. Это не мини-медведь, это хомяк был. О, драка хомяков! Ты собираешься? Предотвратить насилие, сука, между хомяками, да, давайте прекратим, что за херня. Не деритесь, прелестные создания, вы должны поцеловаться и помириться. Вот так. Пожалуйста, малыш, не уходи. Ты кое-что урони. Молодец. Ой, это мятные леденцы. Может, попробовать один, чтобы мое дыхание было свежим? Я маленькая леди, знаете. Мне не дают варианта. Она попробовала, все, я понял. Нет варианта не пробовать. Ух ты, мне так хорошо. Бля, это гениальная игра, по-моему. Она мне нравится определенно. Ой, как хорошо. Как хорошо. Как все счастливо и весело. Красота. Да ну нет, ну вороны, не портите кайф, ну что вы, ну пернатые ублюдки, мать вашу за ногу, вот за лапу привязать к столбу и ждать, пока вы высохнете с голоду. Это стриптиз, что ли, голые хомяки, живьем, 3 икса, на ясно, за икса. А можно я пойду к вам? Прошу прощения, маленькая леди может пройти? Нет, я не очень важный, говорите. Ну ладно. Ты можешь поверить этому парню, мистер Голос? Тогда нам нужно найти другой выход. Ну логично, но нам нужен вход, нет? Зачем нам выход? Я и так без выхода. Что происходит здесь, блин? Типичный клубец. Эти крошечные машинки убивают меня своей милотой. Прелесть. Я думал, реально ты какой-то мини-медведь пронесся. Хорошо, я поищу. А, в смысле, из пещеры? Я думал, туда вход, он называется выход. Нам нужно из пещеры уйти. Это... А зачем? Я хотел на химеречинку хомяков. Там эти... Вот это вот все, ну. Упсы. Упс. Ничего, что я их задеваю, да? Похер вообще абсолютно. Ладно, хорошо. Не, ну тут почти, конечно, секунду, потише чуть-чуть. Вот так вот. Почти попало. Ну, вот так вот. Ну, бляха, ну еще чуть-чуть. Вот чуть-чуть-чуть-чуть. Вот так вот. Допайте сильнее. Нормально. Шабан.
Вот это врыв. Их оторвала вся киска. Посмотри на эту чайку. Она похожа на папу Кевина. Кто это? Раньше он сидел в песочнице рядом со школой. На нем не было одежды, и полицейский побил его палкой. Восхитительно. А помнишь рыбу, что ты подобрал ранее? Ты о Родриго, моем друге рыбе навсегда? Но нужно отдать его чайке. Наверняка он будет рад компании. Пожалуй, это, возможно, будет справедливо. Наверное. Отдать рыбу? Но я не думаю, что в этом мире бухающая чайка в песочнице будет есть Родриго, поэтому Родриго нужен друг. А как не друг чайка, мне кажется, это вообще самое хорошее. Давайте отдадим. Не то, что отдадим, мы посадим его рядом. Не будет весело, задорно, и они будут счастливы. Пусть эта рыба принесет тебе столько радости и любви, сколько она принесла мне. Ты очень добра. Благодарю. Я тебе что ты делаешь-то, ой, скотина! О нет, Родриго теперь мертв. Разумеется, чайки любят есть рыбу. Почему ты ничего не сказал? Ну, теперь ты знаешь. Разве учиться не весело? Пожалуй. Да в смысле не весело? Я думал, это мир такой странный. Ты кидаешь Родриго чайки, и чайка наливает ему стаканчик. Я думал, это симбиоз, союз. Какого хера здесь мыши кокаин делают? Почему эта чайка вдруг должна есть рыбу? Где логика в этой игре? Вы чё? Это так не должно было быть ни в коем случае. Там нарисован, кстати, на лавке презерватив. Это я к общему сведению. Я похороню его позже. Ну ладно. Ты какая скотина, ты посмотри, сидит, падла, напорол, еще и Родриго съела, скотина пернатая, чтоб тебе все перья вылезли. Так, посмотрим. Малыш Лулу — первый мопс, задушивший человека. Чего? Какой мопс? Дети страдают. Ты что-нибудь нашла неудачу? Нет, тебе показалось. Ах ты какая хитрожопая мелочь. Хитрожопая какая мелкая пава. Серьезно? Она не говорит, она скрывает, она мутит. Нужно... Действительно. Ну пойдем, ладно. А кто это так устроил? Ты так все обустроил, ни хрена себе, кто-то архитектор. А, вот ты где. Ты скотина, отдай счастье мое, пес! Возможно, была ошибка выбирать ее для этого. Я имею в виду, я видел, как она ела блестки. Это неестественно. Засуну в одну ноздрю, пшикну, чтоб сука из другой вылетела, при этом задевая мозг. Погуляем по блевотинку. Почему все люди в масках? Мама постоянно приводит меня сюда. Здесь очень скучно. Иногда она отправляет меня за сигаретами, а сама обнимается с незнакомцами мусорных контейнеров. Это правда? Ну да. Я знаю, что за незнаком. Ой, знаю, что за незнаком. Знаю, что за незнаком. Ой, знаю. Ой, не надо с ними обнимать. Ой, нет, ни в коем случае. Я не знаю, я в смысле понимаю, догадываюсь. Я примерно прикидываю. Ну, конечно, ага. Интересно, почему они пропадают? А, не беспокойся о них. Я уверен, однажды они все вернутся. Думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Здесь творится что-то загадочное. Маленький черный, сука. Смотри, сколько уже детей пропало. В шляпе был, баба была. И вторая баба была. Это три. Получается еще чувак с белыми волосами, бабеха с белыми волосами, это плюс два. Вон та еще старушка, которая справа, почему похожа на бабулю. А еще вот этот вот. Короче, все дети в городе пропали нахер. Все, да поголовно. Одна мисс вот эта ушла. Скоро тоже повесит ее туда. Какие страшные старухи. Смотри, улица называется Диккенс Роуд. Понял. Диккенс Роуд. Дик. Неудача. А эта игра так и на фоне, на английский. Шутка, и просто обосраться. А Дик — это английский член. Не тот член, который в партии какой-нибудь, а член, который в штанах. Ну ты понял, да? Но нам нельзя об этом говорить.
Что ты кричишь? Эй, привет. Зачем ты со своими друзьями потащила меня на небо? Чтоб ты знала, из-за тебя я опоздала на вечеринку. Мерзкая пернатая скотина, ну ладно. Там Френбо только что проехал, я тебе отвечаю. 100% тигр, только что перемотай, вот только что проехала. Я этот узнал, этот. Не у меня глаза у вас, блядь. Они что-то меня диками своим удивляют. Ой, бля, проехал, сейчас проедет. Не она, нет. Там пролетела, я тебе отвечаю, бля, она выросла. Свободен. Присяду, я немного устал от всей этой ходьбы, понимаешь? Могу представить. У тебя очень маленькие ноги. Именно. Я маленькая леди. Вот кто я. Эй, неудача, смотри. На поле целое стадо коров. О, я люблю коров. О, как мило! Бежит теленок. Ой, блин! Беги со всех ног, маленький детеныш коровы! Ты видел этого детеныша коровы? Несчастье происходит постоянно. А следующая остановка — зоопарк. Кажется, мы подъезжаем к зоопарку. Отлично. Там на детеныша коровы насрала мать. Ну, бывает. Я думаю, что подумаю я примерно сутки, потому что ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Это нужно вводить теперь. Опять проехал, я тебе отвечаю. Это нужно вводить, а у нас в новое, обновленная версия нашего с тобой... окончание серии, поэтому если я буду забывать постоянно про это говорить... Раньше я постоянно забывал про Инстаграм, потом это у меня все уже до автомата ввелось. Сейчас я буду постоянно забывать про колокольчик, но если я про него забываю, ты пишешь в комментарии, что я про него забыл сказать, чтобы остальные поняли, что его нужно нажать и что-то там включить, чтобы всем все время приходило все. Все! На колокольчик нажимайте, всем до следующей, ребятушки! Всем пока! Вот и конец представления, вот да, конец представления. В конце моей истории должен рок-н-ролл играть. Эта зима принесла демонов, мне душу растерзать. Боль так сильна, что я, боль так сильна, боль. Моя история началась с восхода солнца в небе.